Не знаю, полезна встрясочка такая? Конечно. Да, она все органы, все там. Ликвиды. Конечно. Все, спасибо, до свидания. Да? Включаем аппаратуру и посылка не на выход. Хорошо? Хорошо? Да, все, я сажусь. Дрон меньше 25 грамм? Нет, вообще применять данные процент. Меня не верите, он там на трех ногах правила ограничения. Я просто как не делался. Не, пройдите, прочитайте все правила, и будете спокойно летать. Запускал дрон, да? Что сказали? Конечно, нельзя. Вот ознакомиться с этим. Да, да. Все, извините, я честно не знал. Предупрежу друзей, чтобы тоже без этих. Я честно строю другое. Ну туда выйдете, спустите немножко ниже. А тут и запускаете. Такая вот история. Все, я вас понял, спасибо. То есть вот конкретно. Именно с территории вы не имеете права этого делать. Все, я понял. Извините за беспокойство, я не хотел. Да нормально все.
Сейчас я тебя буду кормить. Почему? Первый, второй компот, который ты называешь зваром, узваром. Так, и теперь надо вспомнить, там направо или налево, понять. Наверное, да, я забыл точку поставить. А как назывался этот кабак? Я тоже как-то пропустил.